Где, чё они не залили? Можно ливать, это, блядь, не игра, это просто пошли они нахуй. А что, у нас никто в демоне не идет? Сейчас тут можете такой. Да это мягко у нас, он же демон. Какой я демон? Я не демон. Так спекнись. У нас лема нету даже. Дай 26 тысяч. А когда Драгераш у нас лем. Хорошо. Смотри, я не сбил тупо, потому что тотем не тикнул. Ну, Хабиб тоже, если что, там это самое. Да, я избивал, пойди. Так что, спекаться в демона? Давай, ты же умеешь брустить, как сучка. Нихуя, только дебаф умеет. Метаморфоза, костер и... Там пир сзади. Он умеет бурстить, как зорки. Да он здесь. Это пир. Кто сильнее, Хабиб или Нурмагомедов? Хабиб. Босс тут. Пробафать? Ребаф по шаманам дайте. Встали в метку. Встали по местам, ребят, давайте. Баф. Каску по шаманам. А, паладины печать ауешны ставьте. Массакру дайте. Стоп флот. Фул АОЕ, печать АОЕшная, врубили паладина. На 50, я подержу потом, если что, скину. А не скину, похуй. Вот так намного лучше, ребят. Каст. Ой, при. Давай поднимаю, кися поднимаю. Замажет, косы сбивается. А это пюре. Что это? Пирекс. Ну не написано. Я следующий дам ему. Потом еду. Даю стан. Да, он уже умирает. Как? Заготовьте себе каст. Каст. О-о-о! Враги, что, есть стать у тебя со мной? Беру ресну. Ты там ставь. Я обновил сразу. Меня тупо в лужу все равно. Там еще уешки начал поставить. Защитник. Дал стан ему первый. Дал второй. Не успеваю его поймать даже. Дал стан. Нет. Не води так далеко. Ну что же, вы в эфире бегали по луже? Да пофиг, блин, она там не дамажит. Не, мы нормально убивали там, если кстати. А килл за бэда какие-нибудь. Что у тебя сейчас? Кик каста. Значит, а ты идешь, типа... В чем фишка? Если ты стоишь возле лужи ближе, то больше шанс, что ты в лужу попадешь, хотя тик пройдет, да. Фир слетит. Он не снимает фир. Разве? Не хочешь, можешь проверить, не снимает он.
что я знаю? Да похуй. Кас. Видишь, смотри, Ферри бегаешь. А, нет, Сузо он бегал. Вот, вот с этим, для этого босса, блядь, вот фурик нужно было бы попадать, насколько. У меня нет. Кто-нибудь другой стал нарядить. У меня тоже как. Какой удар по почкам его сделай с трех саков, да хватит. Да на самом деле, типа, он уже не дамажит. Мы сколько ему? 300% урона срезали. О, он забыл фернуть нас в этот раз. Так не. Не состыкованные эти. Да, у него часто бывает ломается. Так это не поломка, у них не состыкованные фирсы. Нет, они состыкованные. Понял. Да, блядь, я на Оффе играл в этот Ульдуар. Да он вообще это, писал этот Сирус. Вы не знаете, но это на самом деле... На самом деле я Кьяр, пацаны. На этом стане стоял. Кас. Урос, выключи аукцион, не нравится. Слушай, реально не снимает теперь, меня прям убило в этой луже в тире. Вот, да. Это все потому, что стена, типа, так обычно пробежать нормально, а в стену уперся. Кайф. Ну это для меня. А это кисти рук? Залупа. Придумал. Ну, вот я, может, завтра в Кражан схожу, Павлом еще посмотрим. О! А, надо подожди, завтра среда, да? Нет, завтра не пойду, блядь. Завтра не пойду. Ну, Ленка не какая. Я сейчас гляну, сейчас. Какой Павл ответственный за каску? Да что? Азыча, пожалуйста, ребафни шамана. Ты меня не бафнул ни перед кулом, ни после смерти. Ой, ну все, начинаются обидки. Да нет, просто неприятно. Обрутаешь моба? Сделай это ему колдовство. Ну, блядь, почему я? Почему вот а у вас что, одна сова, блядь, в рейде? Да. Обрутать. Так, отойду пока на пару минут, пока еще все так. Тебя заменил своим телом стандоме. Все, хорош. Вот так и делай. А мне это тоже. А нужно через чат нужно писать просто. Да, да, /cast и название спала. Обязательно с указанием уровня. И типа не через макрос. Да. Через большого играйте. О, опять скуба обосрывать игру. Пизда. Это я гостей привел. Ну, долбоешь, ты нормально, фармит, так все задумано было. Да, там падают, там шейма. Там куски шейма падают заранее. Вот, а шейм не нролом, пацаны. Я. В смысле, липу? На Лока, да, получается? Напала. На кого? На Литла. Не, на Лока сейчас согласен, на Литла не. Корова вот это вот. Предлагаю на какой-нибудь твина вообще собрать шейм и не париться. У меня рос этот твин. Да нахуя на твина? Давайте напугал вообще тогда. О, это нормально. На самом деле, типа, мы можем продать шейм. Там, короче, первый. Я списывался с одним челиком. За сколько?
И он говорит, что он готов типа заплатить по 2 ляма на человека. Реальных денег, да? Нет, голды. Ой, да ну фу, это такое. Ну если 10 типа, да, за ШМ. Даже ладно. 50 лямов. Ну смотри, 5к каждому, 24 человека обслуживают. Нереально, он никогда не заплатит столько. Ну конечно. Типа он может в рабство, короче, прийти и сдаваться, типа за ШМ. Нет, фишка в том, что у него-то есть голда. К тому времени будет, условно. Но да. Это типа фишка, ну, не стоит того ШМ, короче. Блять, это такой... жерелка, блять. Поврежденка, где ты такой нашел ее? Поврежденку, что ли? Да, блядь, давай, поврежденка, 200 голды. Я сумоляю, ебаный в рот, блядь, 200 голды увидели. Да, ну слушай, забей, какая разница, погнали. Ну нету и нету. Типа, захочешь, вернется. Ребят, сейчас 3 секунды. Гудлик, разницы нет, ШМ плюс-минус всех одинаково апает. Ну, если ты не шаришь, то забей. Ну, лучше всего на хантах. Он всем дают одинаковые статы. Да, что вару, что палу. ШМ вначале мне на ханта собираем, потом дальше определяемся уже. Его ж нельзя на ханта собирать. Да, я тоже тут поспорил с Розом. Там, блин, типа на сколько? На 200 ДПС больше он даст вару? Не то, что я вар, поэтому я просто спорю то, что вару будет профить. Ну, я же говорю, это минимальный разрыв, 200 ДПС. Да ладно, паладин они как были внизу, так и будут там внизу. Все, я тут. Ты опять ждем. Не-не, Роз, я про Т4. Там гости идут, собери. Кубок, все для тебя. Рассвет и туман. Где этот ДК, блядь? Там еще пачка. Ну я думал, мы его в бро будем собирать этот. Шуршаем. Да он опять идет. Ну первый, я думаю, да, его в бро будет. Первый, Розу. Потом Роз. Еще поврежденка, ребят. Да не бейся своими поврежденками, блядь. Понял. Я, может, рецепт на Сердоле хочу купить. Погнали. Не, пока что нет. Сейчас стою. Бьерн не играет ДДшниками. Только двухкнопочными, по типу арканов. Я фаером играю. Ну, ладно. Трехкнопочными, типа фаера. Извини. Сума нет. Вбро первый, потому что он сразу донатит квесты, так что раз, блядь. Ты квесты будешь делать первым, но... Да, Саня подтверждает. Я сразу квесты заначу. Их не добавят сразу, да. Запустят. Вовбро в отдельном магазине купят. Не, ну если так, то да, ладно. Он прям напрямую переводом на карту кидает. Я же знаю, что Саня, пока не скинешь квест на осколки, он тебя в очередь не поставит. Поэтому я знаю, что надо донатить сразу. Так а их не добавят, типа? Добавят. Посмотри, осколки Волонира добавили только после того, как собрали первого Волонира. Осколки, я про квесты. Мне нужен только профу, чтобы добавили, и все. Остальные квесты делаются вообще без проблем. Короче, ты берешь... Рост. А, кстати, а почему ты думаешь, что проф сложный будет? По-моему, все квесты изи. Ну, чтобы не париться. Ну, у нас еще не так одеты будут все, чтобы делать все квесты изи. Берешь... А, да, погнали!
Подожди, РТС еще... Ждем же человека. Сейчас, захожу, ребят. Роза, почему ты хочешь на полу сразу делать? Да я просто себе шлем хочу, а так в целом мне похуй, кому делать. Да я понял, что да. Я предлагаю говорю, что типа разницы не будет между типа балом делать или варом. Я предлагаю. Не будет такого, что типа вару сделаешь, и там типа у него плюс 5к дп. Вару добавят 2к. Нет, вару, да, 2к максимум добавят, да. Ну, ретрику 1.5к добавит. Все, не футите, не футите. Причем тут ДПС с шлем? Артас, ты готов, нет? Так, все, сум. Мы этот шову вернем со Скайсонка, они заберут шлем и уйдут. Кстати, вот Рос, видишь, я шлем сделал на X2, что, я не бывал в гильдии и помогал. А меня вспомни, я тоже. Ну да, ну. Так, много стаков, смотрите, ребят. Стоите, когда долго стоите, у вас вмешивается дебаф, нужно будет побегать, дебаф покрывает. Как в Nexus, если помните такое. Ой-ой-ой, что-то вы, блядь, все в мини-зоне, вы что, прикалываетесь? А кто-нибудь видит костров? Весь рейд стоит. Нет, нету костров. Да вон два костра справа. Встаньте кто-нибудь. Агро, ребят. Смотрите за агро, за своим. Выбежали из пышек. Выбежали из пышек. Из пышек выбежали? Забежали назад. Все забежали назад. Все, мы бьем, все нормально. Там далеко еще одна. Там еще одна была. По-моему, мы не успеваем или успеваем? Чего там по таймингу? Успеваем, успеваем, все нормально. Минута 13 еще. Душнило. Блядские вспышки. Почему на кострах никто не стоит? Играйте, играйте. Тупо по боссу играйте. Блафик. Блин, шаман, я не знал, что у тебя 228 уже лог. Это для... Ну, в этом контенте, да, наверное. Да, да, ну я на ретрике с ним бегаю. Блин, что за роллы, блядь? Это мне не нужно. Второй типа хуже по статам просто. Есть 39-й с этого, с Алгалона, ну типа он без сокета, да и в целом так себе. Никоните хпс, вот я это самое. Сбрасывал, не сбрасывал рекламу. Тебя 2800. Я открою, сейчас я подойду, чайник. Народ, а щит роллим, который северная преграда?
Как скучно. Можешь кто-то что-то рассказать? Бьорн ушел и стало тихо сразу. Да, мне кажется, мы и так особо не успеем до ХМ. Я тапки прожму, не очкую раз. Твои глаза такие чистые. Ну, на Фрейве пойдем просто, я не знаю, или в одного танка, или в два. Ну, типа, если... Ну, второй танк, типа, поможет. Там Кубоба сложит плёточник. Да тогда напулить главное, типа пивать на это. Надо, чтобы молоток упал сейчас. Да йога плюс 4, закроем и все, не будем заморачиваться. Засадишь девочку. Да, а да, это непонятно, как люди будут бегать в этом. Потом нам половину этих МКшных убивать, какой смысл? Кулак дайте по ДК, пожалуйста. Да просто РДДшники туда, а милики здесь, и все. А, не, да нет, нет, хантов лучше здесь одного оставить, который будет снимать. Служить надо с полицией, что там. Все, вот так, нормально, вот так, останься, Азуся, останься здесь. Там нормальная пачка, им хватит. Гудлик, а ну вернись. Гудлик РДД в душе. Понял. Хилы, тут пошел один полипал, нам достаточно. Влево перешли. Влево, ребят. Тромбиком бегайте, короче. Хант, все зашли внутрь, завели пэтов, под стеночкой стали. На удивление. Да не, Ози диспелит, вроде все нормально.
Да ладно. Отведи дальше от нас. Да, сколько там добычки этого? Все, вижу, вижу. Все хорошо, не успеваю. А над стеночкой справа все. А стеночка все, идем за ромбиком. На центру не здесь. Стоим, ждем последних. Геру дали? А вы треугольником стать не можете, милики? Хабиб, всегда это самое, тему в центр ставь. Не под свою шопу. Тотем не достает, кстати, тотем не в центре. Да в центре стоят уже. Ну, сейчас только поставили. Так, я был без мелихаста. Хабиб, побежали к ромбику, Хабиб, ромбик. Обратно побежали. Я тут хилить нечего, блядь, с обычки. Давай спиной потанчу. Можно хэмку идти убивать. Нет, нельзя. Не, у нас ДПСа мало. ДПСа мало для хэм. Хотя я удивлен, как ты еще миликов не убил, это должно уже давно быть. В обычке он не шотает вообще, цепнулкой. Это милики. А ну, ДПС в босса линкуйте. Что-то не то, да, Гудлик, линкуй в босса, а не в трэш. Нелла, давай ты. Как я на втором месте? А потому что Суза у нас топовый маг. Не да, блять, так нужно было диван ему дать. Ну там чревато было. Да, ну чуть-чуть меня перегнал. Вот жулик, конечно.
На 50 этом, блядь, бой спадет, блядь. Да, блин, лучше бы критовало, конечно, я бы его пере... Фу, все, я есть. Расстроен. Я так хорошо дамажил, так хорошо все прокало. А, ну ясно, нахапало ничего не было, идем дальше. Да, какой это его головой? Ну, я вообще его пропустил. Да, блядь, покупайте уже с этого, это 9, нахуй вам цена вот эта, блядь. И баб, ты тут? Да. Спасибо, Артас, что сролил, да? Да хуйня, блядь. Так это помню, блядь, о, молодой дай. Ты ж Донт ходил постоянно, да, за этим поясом? Да, это, кстати, вроде бисовый на ханта, нет? Ну. Ну, сейчас, в принципе, с Каражаном там вроде бы есть лучше. В Каражане сейчас лучше, это предбисовый. Да, там желтая дырка один, 79 ловкости дает. А что, мы хэм будем делать, если обычку? Давайте обычку, наверное, хэм не потянем. Ну, не сложно, но не потянем, у нас дресса не хватит. О, да нет, потянем. Ну, типа, блин, мы сделали хэмку этого, самое первое. Типа, если мы убили робота... Не, давайте попробуем, типа, один трай, нет, то убьем этот. Что ты делаешь в горах? Донат! Даруй мне силу! Надели моих смертных союзников мощью! В хэме нужен особо не точный дамаг, а больше АОЕ, у нас вроде такого тоже есть. Перфорейт. Это вылет сейчас, да? Mm-mm. Всех лагает, да? Ну, у меня выкинуло сверху. Это, походу, у вас этот провайдер белорусский. Даже нет. Стрим не лагает, все нормально. Ну, я-то не с Беларуси, у меня что-то пролагало тоже. Ну, у меня пролагало, я выкинуло. Не, я успел релоад написать. Хотя мне все висит. Тебя лагает? Ага. Ой, ой, где-то поврежден кустырь. Там в каком-то из мобов. Ну давай пару трав делаем обычки. Ой, хэмка, если не бьем, то... Ну там в паке мобов с самого правого моба. Там же, этот, как а минимум, самого... штаны падают вроде неплохие. Ну, ребята, прошу прощения. Агро сорвали. А, блядь. Не, штаны там помойка падает. 39-й, не знаю, по-моему, классно. Статы говно. Рома, тебя выкинуло или нет? Не выкинуло, но я прям пиздец вешу. Ну, у меня тоже что-то висит пиздец. А теперь, походу, выкину сейчас. Ну, я зашел в игру, у меня висит еще, все лагает, я успел ничего не нажимаю. Ладно, тогда сейчас остановимся. У меня полреда, у кого только? Да у нас нет, чистим трэш просто, пока это... Слушай, ну в целом нормально получается такие вот пугарейды водить. Да слушай, честно, я уже устал очень. Что-то... Слушай, ну мы сколько, 2 часа почти? Ну не суть, нет, я о том, что типа второй рейд все равно как-то ульда. Кара как-то мне проще в 2 рейда сходить, чем ульду. Кара приятно даже, я не знаю. Ну да, 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 кара типа хотя бы актуал, хотя мне на суд там нихуя не надо. Бля, пацаны, набрать еще десяток головистых этих ребят, и можно все сносить во вреда. Где головистых? Нам бы 10 головистых ребят в первый рейд еще. Зачем? И нас будет целых 11. Ну, нормально первый рейд, у нас что ты паришь, начинаешь. Кебаб, а, иди за мной. Кебаб, иди за мной. Покажу тебе этот. Иди, давай. Так, в игру меня не пускают почему-то. Тебя пускают? Зашло, но что-то лагует.
А как ты можешь его Нелла называть? Он же шаманизм. Да, да, он шаман. Нелла, Нелла. Нелла сидит сейчас. Мне тоже неудобно вспоминать. Супер не звучит. Ну ладно, я-то Дайси всегда называю Дайси, типа, хоть он сейчас и фейп постоянно. Ну, блять, фейп хуёвый ник. Типа, все остальные ники у мейнов лучше, чем у твинов. Вот тот же самый Гудлик. А как? Который на Гудлике, да? Кебаб. Там твины хорошие. Настя Киса, ну, слушай, Настя Киса — это отдельная история, типа. Это уникальный ник. Я его забираю теперь себе, он у меня будет на всех следующих проектах. Ну, конечно. Ну, типа, Сирус, X5 там. Не, я считаю, тоже топ-розу идет на всех кисах. Если откроется хуйня какая-нибудь из X4, прощай, Сирус. Да, блядь, похуй. Ну, типа, все равно Испираток — это самое адекватное. Не, ну я согласен, да. Нахуя сгибать себе рады, или я нахуя... Да не, ну, типа, а чё не придумает на X5 такого, что, типа, все идут с X4? А, ёй-ёй-ёй. Наша гроза? Я думал, это не сова. Думал, это ростом уже. Пацаны, пацаны, вот это я. Разбежали. Дерево выбежало, молодец. Я проверяю РДДшников на вшивость. Шаманизм, у тебя война снова началась. Брат, пофикси. А как? Что? В смысле? Говорит, что у него там гроза. ловится... Короче, кто-то кого-то ловит, понял? Да вентилятор у меня дует у микрофона, и когда я молчу, он периодически захватывает его. Ну, я тебя свешу. Шаманец зашел? Я спойлил. Кубоб обратно кикнуло. Кубоб, брат. Кубоб, блядь. Ну, у нас не двое таких там еще вылетают люди. А кто вылетает? Напишите в Дискорде, либо скажите, что они. Сегодня с утра такое было, просто вылетали и все, потом все нормально стало. Даже я вылетал. А много людей в рейде сейчас такие? Ну вылетело вас двое всего. Да вас там половина рейда стоят, АФК вон. А, ну стоят АФК, да, но я типа за то, что вылетело. Француза бегает. Не знаю, я смотрю, все вроде в онлайне. Не, ну так. Не, ну, а шучка. Там Сузу на месте бегает. Да, Сузу луна дорожка. Да, это мягко стоит. И все. А, вон Халиб. Да, это мягко, это вроде белорус. А. По-любому. У меня даже лаунчер как-то лагает теперь, блядь. Пойду-ка попробую ребутнуться полностью. Аукцион чинит, все нормально. За благое дело ждете. Почему? Ну что мне надо, как всегда, душный. Душный — это макс 4 дня тратить. А вы в Наксе были, что? Да нет, это старый. Не понял. Он говорит, что ты душный, навер. Обидно, я с тобой больше никуда не пойду. Даже вот эта вот твоя фраза душная. Зашел на X2, все четко работает, а с X4 еще не случилось. X4 доносит X2. Это не наш. Моя. Шаманизм идет? Шаманизм. Ром. Называй его Нелла. Нелла тут? Короче, на X4 сам лагает, не проблема с этим, с интернетом. Ну чё, тогда этот, перекур? Идите курите, пока не зайдем. Блядь, если, не дай бог, нахуй, я хочу кражану чужой идти, хули пал он сегодня. Пиздец. Чё, это, Неверон? Неверон, а будь поиди. Я в ночь не пойду рейдить. А, Неверон, хер будете, да, закрывать? Какой бекир, сумасшедший, что ли? Ой, мы сейчас, если вот Фрея не убьем в обычке, то в хэмке, то в обычке будем закрывать. В Эзексе можно хэмке закрыть еще. Ну, а его по-другому нельзя. Нужно, закрыть. Нужно обязательно. Да не, Фрея вы и в гере закроете. Я не знаю, как закрывать в обычке.
Визакса. Ну, вроде бы заходит сейчас реально. А, кстати, да, как Визакса в обычке. Да, можно в спорах ману применить. Убить одну спору, вот тебе и обычка. А, там же просто можно, да, миликом просто бить. Либо просто раньше убить его и все, босса. Все, заплатало. Рома, ты тут? Да Гудли, куда ты пошел, вернись. Ну, собственно, заходи, там, короче, это самое. Это проблема, ну, на их знал, что заебись было, я заходил, у них еще три были проблемы. Да, я зашел нормально все. А что у нас по присутствию? Мы же вроде как перекур давали, да? Да, уже перекур. Да. 20 секунд прошло, уже хватит, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь людей отошло. Ладно, я пойду кофе тогда быстро налью. Да, идите, наливайте там. Пока не пуляй только. Невер не отпускайте, он сейчас пропадет. Тут да не-не-не-не-не, мне тут до кухни идти недалеко, у меня здесь кулер с подогревом. Тут семь человек. А вдруг заблудишься, Невер? Ну блин, ну не. Если что, Ози там на пулит, не переживай. У какого озера? А кто такой Киан? Киану Ривз? Нет, Киан. В Дивизии у нас есть такой Киан? Ну вот, я смотрю, вар какой-то есть, и твин Киан какой-то, ты чё это? Это, наверное, Киану Ривз поменял. Киану Ривз был один или? Но у него этот, Дэвид Джонс, по-моему, был пар его. Ну вот, Дуэйн Джонс сейчас. А я видел код Армса, Фурика 2-4 у нас сами там какой-то есть. Джиглбуп? Новичок. У нас? Джиглбуп, по-моему, я, есть. Я еще одного бы Фурика помешал. О, Джиглбуп, да, во. Что-то я не, просто ни разу не видел. Джиглбуп — это тот, который ливнул, потому что его кикнули, блядь, за запы этот. Или за что-то. Написано было 2-4, не знаю, ни разу не видел в рейде просто. Он к нам пришел таким одетым. Обратно, точнее, вернулся. Ему, походу, у нас, ну, точнее, не у нас лучше. Типа, потому что у нас бы он так не оделся. Это кто одевался, да? У нас мы так не можем одеться пока. Ну, кто-то оделся, кто-то нет еще. Это поезд или кто? Нет, поезд. Где Шовы оделись? Ну, поезд... Шовы оделся, молодец. Поезд, дорога закрыта сюда уже, так что. Пусть дальше. Мне интересно, нашел гильдию какую-то? Взяли его там? Ну что, со Sky гильдией был. А, уже со Sky'ем бегает? Так он изначально туда ушел. То поезд? А, ты про поезда? Ну. А, не, я думал, ты про это. Про шоу. Мне, кстати, понравилось, шоу у вас со Sky ушли, и сейчас там закрывают, смотрю, стали лома, а, этого, Брундира там, нормально. Мимирон в обычке. Типа, в чем логика была, не понимаю. Ты как за ним следишь? Да, я смотрел просто, я этот искал, кто там Алгалона вообще сейчас бьет по статистике. А, ну, короче, что-то наткнулся, Tomorrow Sunday посмотрел. Последний типа, босс, можно, да, посмотреть. Да, 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 и там, типа, прикольные такие, типа, пацаны. Я тоже видел, да, прикольно. Ну, я вообще логики не понял, но вы собрали реально, вот, у вас хороший, типа, гир, у вас хороший шмот, идите, ну, если вы там куда-то хотите ливать, идите, вон, Eternal, Exalt, да. Ну, идут. Ну да, нет, они просто в какой-то ноунейм гильдию пошли, короче, и там отсасывают, ну как бы клан. Я здесь, я вот сейчас развернусь уже и у комба буду. Тоже тут просто ем. А ты ж Вов, бро, помнишь Феникса, да? Да, да, конечно, помню. Дайте Дживса кто-нибудь, есть у кого? Он просит. Слетай в Долоран, можешь себе быстренько инженерку какую-то подождем. Рыбу поставил, пацаны, жирики. Почему совсем рыба сейчас специями стоит? Не знаю, я покупал на кару себе по 100. Так это людям тактику раскрою. Смотрите, здесь нужно выбегать с лучей, бросать фридомы, ну и все.
дерево, дерево. Ну и все. Ну дерево это девка. Ник прикольный, блин. Кпап, молодец. Луж разлейте под босса, ханты. Кто-нибудь профессиональный. Лучи вышли. Я прожимаю, я скиллов. Да, бля. Уже убили. Да это мягко из рейда выйдет. Иди, иди, дядя. Слакаю, слакаю, сори. Извиняй. Зеленое дерево вышли. Бейте. Я убил, ты молодец. Бюро, начисли мне ИП. Да-да-да, поднимай канал наш. Поднимай. Дам сейчас БР, сейчас дам. Добью дерево. На пулу. Я водяному кикаю. Косты кикайте тоже. Может гиру дать? Не, рано. Да нормально, что делать, все хорошо. Выше случая. Леонар, твоей прислужнице нужна помощь. Почему не там что-то? Его Кинг, выйди из рейда. Что? Он под грибом стоял. Да у меня что-то справа, он не хочет там. ДК, гудлик. Дерево, 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 дерево. Дальше. Почему они пропали только что? Не, маленькая только что появилась и пропала. Это не мало, она уменьшила. Да, это мягко, выйди. Если выйдет второй трэш, нужно будет геро давать. Хали бы фридом дайте мне. Все, четко, четко. Классно. Стоп флут, блядь. Дерево, 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 далеко очень. Сука, схил. Да. Ладно, продолжайте бить. Подхилил, ничего страшного, бьем.
Надо Геру давать. Давайте Геру. Геру, Геру. На всякий сэдай, Эйнер, если есть. Да, я потом дам. Стоп, каст. Да, Ренара. Дерево. Мобов добили уже нормально. Че, последний? Да, пенки да просто. Все, давайте это, да. Лужу сдайте под босса. Я массаку дам. Лучше. Фаер ауру подготовьте сразу, тоже мастер сдайте. Мастер ауру дал. Дай мастера. Оп, мастера. Я сокру сдал. Ой, да, сокру. За рекой, пойдите, помогите. Переведи его сразу сюда лучше, переведи его сразу в эту сторону. Все, на этой стороне начинаем. Переведи просто чуть-чуть от лучей, не переходите через реку. Побежали. Блядь. Пару ДД, развернитесь в дерево. Нет. Отхили. Но если никто не будет умирать, мы успеем добираться все равно. Ну да как не успеть. Тут проебал одну. Переводите. Лучи. Очень хуёво дерево. Перебежали. Две 40, нормально, успеем. Дерево сыграли? Дерево все сыграли. Переходим. Приходите. Тотем и гимноману. Будлик, прожмись. Проведи ее чуть-чуть куда-нибудь. Все. Нормально, мы успеваем, все хорошо. 2 минуты. Перебегаем. Дерево. Это выросло. Повернут. Все это дрешники. Все добили. Нормально. Возвращайтесь. Стоп. Пробегайте сразу на ту сторону. Да. Снейла снимите. Я снимаю. А, луч. Перебежали. Перебегаю. Сейчас будет еще одно дерево. Нужно успеть слить ее. Дай фридом больше. Дерево. Бежали туда. Все нормально, тебе. Дальше проходи еще. Бегаем. Нормально успеваем еще 40 секунд. 50 даже. Дерево главное залейте, да. Нет, играем до конца по боссу. Лучше чего. А лучше бы в тупую пойдет, как снимать. Ну, вон, блядь. В
Валанир. Заебись, на танка перчатки. Хуйня. Там ну, буквально 10 когда и будет готова Валанир. 10. Ну, 2,5 месяца. Короче, с этого еще. До ИВК долго еще. 100% падает с этого. Нет. 100% на йоге падает кусочек. Без круга обращения. У нас остался Мимирон, да, и Везекс, и йог. Да, Мимирон, Везекс, и йог. Ну, за час успеем.